Ребята, всем привет! Нам пришла очень классная посылка. Так. Очень классная, я ее долго ждала. Мы ее сначала заказали, ее опять не привезли нам, потому что как будто бы закончилась эта продукция. И сейчас мы ее в другом цвете заказали. Мы ее заказывали с черно-белым. Сейчас вытащим. Мы ее заказывали в черно-белом цвете, ее не прислали нам и теперь взяли другой цвет. А о чем я разговариваю, мы заказали себе машинку. Подождите. С которой можно делать мороженое. Эта машинка сейчас мне такой хайп, все ее покупают, все что-то изготавливают с этой машинкой. Ну вот мы решили тоже купить. Она стоит так, без акций, 230 с чем-то евро. А мы ее приобрели за 139 евро. Очень классный цвет. Вау, красиво. Очень красиво. Посмотрите, какой цвет. Не просто черный, как мы хотели, а уже другой цвет. Такой вот, даже это не кофейный и не шампанский. Это знаете, какой цвет? Бронза. Это бронза. Классно. Так, что в этой машинке такого классного? С этой машинкой можно все, что хочете, делать с мороженым. Здесь есть, только мне надо этим, конечно, еще потренироваться, как это идет. Здесь есть вот такие вот стаканчики, которые здесь один стаканчик внутри находится, вот видите. И еще два дополнительных, сейчас я покажу. Таких вот два дополнительных стаканчика. И в эти стаканчики наливаешь то, что ты хочешь приготовить как мороженое. Например, ананас нарезал с молоком, или ананас с водой, или шоколад с молоком. Все сюда заполняйте, в эти баночки. И самое много можно вот до сюда набирать, а то оно потом будет вытекать, когда будете мороженое делать. Вот, ставим эти баночки в морозильную камеру на 24 часа. Потом вытаскиваем вот это все, ставим вот в этот аппарат и выбираем режим, который нам нужен, и получается у нас мороженое. Когда буду это все делать, я вам обязательно сниму и покажу, но, наверное, не в видео, где я показываю посылки. Можно все, что угодно испробовать и делать мороженое. Я буду, конечно, экспериментировать. Что здесь есть? У нас есть айскрем, у нас есть легкий айскрем, это как такой soft ice, такой вот, ну уже, такое у нас продается в Германии на каких-то праздниках, они в таких машинках, их вот так выдавливают, это мороженое такое жидковатое. Потом есть желато, зобе, смути и мильшейк еще есть. А экстрас, если, например, вы делаете мороженое какое-то и хотите добавить, например, как в Макдональдс, там добавляют смартиз, кусочки орео или что-то такое. Если вы в это мороженое хотите такое что-то добавить, добавляете, нажимаете на экстрас, и это все перемешивается. Ну, какой вам режим нужно, вы выбираете, если вы видите, что оно не такое вот, какое вы хотите. Есть еще одна тут функция, называется respin. Нажимаете туда, и потом мороженое прям идеально становится. Поэтому я очень рада, я так хочу ее использовать. Ну как же оно вытаскивается? Ну, не знаю, буду разбираться, буду смотреть. К этому всему здесь также была еще вот такая вот книжечка. Классная книжечка. Вот. Нет. Ну, машинка классная. Такая книжечка. Извиняюсь, что я туда-сюда прыгаю, но у меня просто сейчас эмоции. Здесь, видите, и сорби, и мишейк, и джелято, и все, что тут есть. Тут тоже все описано, как это можно делать. Можно всякие сорта делать. И немножко с кислинкой. И также, например, что-то солененького добавить. Я думаю, будет очень вкусно.
совсем разный. Тут лимон, например. Господи, надо немецкий найти. Или английский. Немецкого что, нет? Да, вот немецкий есть. Например, бананы. Видите, бананово, да? И получится мороженое. Вот такое вот банановое. Так, фрукты разные. Я хотела посмотреть. Вот лимон, например. 100 грамм сахара. Потом 1 столовую ложку какого-то сиропа. Надо посмотреть, что это за сироп. 210 миллилитров горячей воды. И 100 миллилитров лимонового сока. Все, все перемешиваем. Переливаем в баночку. Замораживается сюда. И вот такое вот классное мороженое. А вот смотрите, с миллион. Это смути боул. С йогуртом. Можно и с йогуртом. Можно даже без сахара мороженое делать. Прям такие вот, такое молочное мороженое. Фруктовое мороженое. Без ничего. Я буду тестировать и буду вам рассказывать. Ребята, всем привет! Нам пришли посылки. В первой посылке находится какая-то фигня. Headset. Headstrap. Что это такое? Ein Band, um das richtig zu befestigen, weil das Standardband, was mitgeliefert wird, schlecht ist. Фабиан опять какую-то фигню себе заказывает. Какие-то очки играть. И для этих очков нужно на голову вот эту штуку одевать, чтобы эти очки не спадывали. Сколько эта фигня стоит? Sag mir. 30 евро. Не хочет говорить, сколько стоит. А это что такое? Das ist ein Kabel, um den PC zu verbinden. Alter Kabel. Man kann das auch drahtlos machen. Ich weiß nicht, ob die Qualität die gleiche ist. Это кабель для этих очков. Ну, он думает, наверное, опять назад это шлет. И последняя посылка. Так. Она открывается. Здесь мы заказали вот такие шурупы, они нам нужны. И вот даже такая штучка есть, ну, чтобы зашурупивать. Сколько, Фабиан, они стоили вот эти шурупы? Они дешевые были. В магазинах они подороже, но они нам нужны. Нам надо засверлить или зашурупить такие вот боды. Как же это по-русски? Ну, полочки, да. И поэтому мы их купили. Так что не нашел цену? Еще не нашел. Фабиан сейчас посмотрел, здесь примерно 100 штук, ну так стоит, и стоили они 6 евро. Так что вот такая вот посылка, такие посылки у нас на сегодня были. Ребят, всем привет, нам пришла посылка. Фабиан ко мне приходит и говорит такой: вообще мне эту посылку нужно очень аккуратно открывать. Фабиан приходит и говорит мне: ты же мне хочешь что-то подарить? Ну и вообще-то я ему не хотела ничего дарить. И я это ему не буду дарить. Если что-то другое было, может быть, я бы ему что-то подарила. А это я ему дарить не буду. Хочу сказать, здесь 550 евро. Зачем нам это? Я даже не могу представить, зачем нам это. Но нашему Фабиану все такое барахло нужно. Купил он себе вот такие вот очки. Может быть, подарок? Не может быть подарок. Я тебе не подарю такое. Это очки, там в игры играть, ну, одеваешь их, и ты как будто в этом, оставь, в этом мире находишься. Ну, короче, чепуха, ерунда. За эти 550 евро можно намного лучше что-то купить, в поездку, например, съездить. Свою жену можно пригласить, например, в wellness-хотель. А ты что покупаешь? Вот такую чепуху. Забирай, такая посылка у нас на сегодня была.